Готовы? Готовы. Пойдем, так сейчас. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Здорово. Замечательно. А правда, что вы только ради Венеры стали мотивать? Она меня... Да, она именно меня сюда и привлекла к этому занятию. Здорово, образ жизни. Это здорово. Венера, надо просто попробовать. Это дает желание жить. Это хороший тонус. Позитив жизни. А что ваши близкие думают? Вот дети, что вот муж ваш подумает об этом занятии, хотя, в общем-то, он с вами. Так, пойдем мы еще кое-что сделаем, а потом дадим интервью. Это еще не все. Не надо, меня не надо. Нет, вас нет. Я ни в коем случае. Нет, вас не снимаем. Людочка, мы сейчас туда, и потом выйдем дадим интервью, хорошо? Начать просто погружаться, а все потом уже остальное, то есть это уже как бы уже не обращаешь внимания, уже получаешь некий позитив такой хороший, хорошее настроение, все остальное здесь. Сложное в том, чтобы решиться на это. Да, главное дойти до прорыва. Нет, как вам вот занятием выживанием помогло преодолеть болезнь? Занятием выживанием дает мне хорошее настроение. Когда есть хорошее настроение, человек не болеет. Здесь видите? Все. Все, этого достаточно здесь. Все, спасибо.